Жильцы затопленной многоэтажки по улице Российской получат компенсации. Накануне их дом затопило из-за дождя. Пострадало несколько квартир. Как оказалось, крыша была не закрыта, так как велись ремонтные работы. Вода просочилась в подъезды и жилье челябинцев. Руководство ЖКХ пояснило, из-за непогоды ветром сорвало участок крыши, вследствие чего произошел потоп. Подрядчик по условиям контракта будет обязан компенсировать весь ущерб пострадавшим, иначе не получит денег за работу.